Всем привет! Обновление «Норвежское море» уже 2 дня как на серверах игры, и новая морская рыбалка очень многих уже успела затянуть. На протяжении многих часов мы на стриме искали новые виды рыб и активный клёв, так как на тот момент хорошего клёва на этой рыболовной базе найти не удалось. В сегодняшнем видео хочу вам показать максимально уловистую точку на данный момент из тех, что удалось найти. Как всегда, не забывайте поддерживать видео лайком и подписываться на канал. Всем приятного просмотра. На банке 34 метра в квадрате Е7 можно очень быстро прокачивать навык морской ловли, который необходим для более эффективной ловли в дальнейшем, так как с процентами прокачки соответственно будут открываться новые оснастки, которые будут привлекать все больше рыбы. В данном видео будет использоваться самая простая пилкерная оснастка с филе сайды, которую здесь же можно фармить в очень большом количестве, ведь большая часть клюющей рыбы именно сайда. Рабочий пилкер Zeiman Lurker 100.07 или крупнее 200.07. Могут быть, конечно же, и другие варианты, но так как пилкеров добавили огромнейшее количество, все их проверить самому нереально. Поэтому если вы найдете более уловистые приманки, пишите об этом в комментариях. Максимальное количество получаемых маленьких филе сайды 10 штук. И делаются они с рыбы примерно от 2 кг. С более мелких особей будет получаться меньше 10 кусочков. Я делаю разные варианты филе из рыб до 3 кг ровно. Всю остальную уже продаю на рыбном рынке, ведь она стоит около 10 серебряных монет с таким весом. Заплывая на 34-метровую банку, я двигаюсь ближе к цифре 34 и уже там начинаю рыбачить. Закидываю пилкер с филе сайды маленького размера на 25-30 метров и делаю легкий или сильный пилкинг, иногда проверяя, нету ли рыбы на крючке через английскую букву R. Иногда рыба клюет и на падении к дну, так что имеет смысл иногда проверять и в этот момент, не села ли рыба. Про фарм серебра на этой точке, наверное, не приходится говорить, ведь по итогу получилось почти 400 серебряных монет за час, но как минимум билет окупается, прокачка навыка идет очень быстро, а также клюет много рыбы, подходящей для изготовления новой наживки. Большой плюс на Норвегии в том, что можно по несколько часов подряд ловить на одной и той же банке, и клев не ухудшается, а также не сильно зависит от погоды. Но это только мои наблюдения и предположения. По итогу одного часа получилось заработать почти 400 серебряных монет, нафармить более 50 кусочков мелкого филе из десяток других вариантов этой наживки, а также прокачать более 4% навыка морской ловли, при том, что общая прокачка уже перевалила за 40%. Думаю, в самом начале здесь можно будет прокачать этот навык гораздо быстрее, чем я это делал первые дни после выхода обновления. Надеюсь, это видео будет многим полезно и поможет быстрее достигнуть заветных процентов прокачек. Забыл сказать, что здесь на вчерашнем стриме удалось закрыть и трофей сайды на эту же сборку. Сейчас же ждем восстановления работы игровых серверов и продолжим искать новых трофеев на вечернем стриме. Поэтому подписывайтесь на канал, прожимайте лайки и колокольчики, а также залетайте на ежедневные прямые эфиры. Всем мира и добра, всем удачи и всем пока. They say that love is blind, but I never trusted sight. When I turn and look inside, there's nothing I can't find. In the silence of the night, when my demons